Очень часто в новостях мы слышим такое, что гаишника, допустим, когда арестовывают за какие-то его преступления, и тут же сообщают, он уже уволен. Это что, наказание или это начало кары? Ну, увольняют после того, как арестован. Но ты не можешь, будучи обвиняемый, так сказать, в преступлениях, нести службу в наших славных органах. Это нормально, абсолютно. Есть такая вещь, положение о прохождении службы. Надо его открывать и читать. Там написано, за что увольняют, по какой статье. Пункт К по, так сказать, отрицательным этим самым мотивам. Я не помню, я 23 года назад уволился, Дементий. Это абсолютно нормально. Точно так же, как всяких этих задержанных, арестованных из КПСС когда-то увольняли сразу, без разговоров. Когда до того уволят, то есть, если 10-го арестовали и вдруг уволили 8-го, ну, это как-то некрасиво, за такое надо наказывать. А 10-го арестовали, 11-го уволили, абсолютно нормально. Тоже, кстати, ну, тут все радикально поменялось. То есть, когда я службу нес, и гаишников арестовывали, там, например, за продажу прав и прочее, то, ну, например, там родные несут передачки с воли. Ну, что несут за арестованному милиционеру? Чисто Буратино и Папа Карло. Вот тебе, сынок, луковица, поешь. Ну, и там также батон. Батон – это булка белая. Колбасы кусок недорогой, луковица, чеснок. Все, больше ничего нет. Ну, вот бандюкам там 8 килограмм можно, так там тебе это копченая колбаса, трюфеля там неведомо что. А арестованному менту в те времена они ничего абсолютно не наживали. То есть, это сиюминутный такой заработок. Ну, а тут ты посмотри, какой дом, какие машины, позолоченные унитазы, там красота. Нормально живут, нормально. Почему? Для меня загадка. Средства наблюдения в настоящее время, они, ну, начиная там с этих банковских карт, с учета денег, и заканчивая видеонаблюдением, где и что происходит, аудиозаписями, где ты там что воруешь и как с кем договариваешься. Почему так? Для меня загадка. Нет государственной воли все это пресечь. Ну, либо эта воля как-то медленно-медленно где-то что-то закручивает. Настолько медленно, что мы этого практически и не видим. Это неправильно. Так быть не должно.